Два экипажа ДПС, пожарный расчет, карета скорой помощи и эвакуаторы. Всех собрал на перекрестке Северной Тургенева водитель темной иномарки. Возомнив себя спиди-гонщиком, он решил проскочить и до того опасный участок дороги на красный сигнал светофора. В это время на свой закон и зеленый поворачивала серая легковушка. Ей удар пришелся практически в лобовую часть кузова. Девушка, которая находилась за рулем, еще долго не могла прийти в себя. Рабочая неделя только началась, так что будьте внимательны и аккуратны за рулем. Водитель хэтчбэк на улице Атарбекова при повороте налево не убедился в безопасности маневра и причалил в борт белой иномарки. Судя по силе удара, последняя как минимум лишилась фары. О повреждениях машины виновника аварии можно только гадать. Что интересно, водителям удалось решить дорожный конфликт самостоятельно. Диспетчер отметил, что на место аварии экипаж ДПС не вызывали. Мотогонки на перекрестке Дмитриевской дамбы и Суворова продолжат обзор. Итак, два скутериста двигались в крайнем правом ряду. Первый, убедившись в отсутствии трамвая, проехал этот участок дороги прямо, тем самым остался цел и невредим. Что не скажешь о коллеге по цеху. Тот, в свою очередь, решил повернуть налево, что идет вразрез с предписанием дорожных знаков, разметки и здравому смыслу. От серьезных последствий после удара его спас только мотошлем. Видимо, поэтому, помимо экипажа ДПС, на место больше никого не вызывали.